Вот, это папа, да, здорово. Здорово. Угу. Темно, а видно очень хорошо. Ну, я посмотрел. Вот. О. Ну, не вижу Ничего я. не видишь. Ну, что-то есть. Но это обои сейчас там видны. А? Обои. А, обои. Ну, конечно, это я же это камера. Это сейчас фильм снимается. Вот. Это папа. Скажи что-нибудь. Ну что же, все хорошо. Да. Миша, это я что это самое? Вот я пощупаю, Давай. что за камера. Давай. А что вот такое свет, световая вот эта? Где? Вот это что? Это лампочка. Это просто она, это серебряного цвета такого. Только я, Красиво. да. На, она работает. Я что хочу сказать, вот какая она по величине-то? Вот, ну смотри, вот это Компактно. объектив. Это объектив. Где объектив? Вот Вот этот это? маленький, вот смотри, вот он. А вот это, а это Маленький. вот. Это экран, он, видишь, убирается. А, экран убирает, ясно. То есть там такой, как на компьютере, монитор такой. А, вот это Вот, так видишь, он убирает. защелкивает, вот, он защелкивает. У Ясно. него есть и искатель обычный, как Ну фотоаппарат, нет, вот он ну взял, смотри, видишь? у тебя вот это. А это вот Это так руку вот сюда, ремешок. вот смотри, вот, руку так ставишь. Вот так вот. Ага, вот, ясно. Компактно Ну, смотри, какой. какая, да. И здесь все это. Все, все. Все. Тут и фотоаппарат, и камера. Миша, а как вот это самый случай ремонт у нас ремонтирует? В России? Да. Да это я не вряд ли. Это пока новость для новой для России штука. Ясно. Вот, Ну, да? значит, что включает здесь компьютер? Ну, не компьютеров То тут есть нет. Нет. это цифровая камера. Цифровая камера и фотоаппарат И одновременно, фотоаппарат. да. А. Ну вот ее мы сейчас, я могу ее к компьютеру подключить. Ну, О, не понятно. компьютер, а к телевизору. И по телевизору все Телевизор. это Ну, будет я и показывать. Вот. смотри, что ты. Вот. У нее, видишь, вот зум. То есть, значит, я могу тебя приблизить очень сильно. Вот. Миша, а как вот, ну, ты вот подключаешь к телевизору, а фото можно? Да, можно делать фотографии. Фотографии. Да. А как? Ну вот я сейчас делаю фотографию, например, смотри. Но это надо на специальную студию, так сказать, на специальную фирму, так Ну сказать, обращаться, и да. тогда они запишут тебя, перепишут. Потому Вот. Вот что все так. равно магнитофон нужен. Там любой. Ну, где там и скорости, соответственно, чтобы переписать на это. А как это? Это вот вставляешь, а записывать как? Ну как, так же и записываю, прямо в электронную память. На что? Ну вот электронные носители. Я даже не знаю, как тебе их описать, что это такое. Это микросхемы Ну, такие. понятно. И как вот это, ну, просто переписывать, как обычно переписывать. Ну да, то есть с микрофона переписываешь на, так сказать, стандарт. Ну, это уже в студии надо, чтобы без лишних помех. Ну это, конечно, да. Но способ записывания звука он такой же, то есть через микрофон. Потом А вот способ хранения звука совсем другой. дело в том, что и качество-то уже не такое же качество, как и запись, такое, все же помехи. Ну, конечно, да. Не улучшает. Нет, качество не шат, но электронно качество можно потом улучшить очень сильно. И для этого, кстати, уже никакое спецоборудование не нужно. Есть на компьютере очень хорошие программы, любой А, может его. удалить можно Да, какие-то шумы посторонние удалить, шумы, да. ясно. Это можно. Вот. Ясно. Вот так. Ну вот, сынок, ты видишь, в каком я состоянии. Да. Я вот сейчас все, тебя я не вижу. Ты Да. темное пятно сейчас для меня. Да. Это несчастье, конечно, Ужасно, ужасно. зрение. Да. Хоть вот я так вроде. Миш, Вот, я если. приехал. Да. Очень Только что приятно. вошел. Вот сейчас мы будем отмечать приезд. Вот Да. это папа и Рита. Да. Тут. Вот наливаем. Вот на столе закуски всякие у нас стоят. Вот. Вот.
А вот я сам. Усталый, но довольный. Да. Все хорошо. Все хорошо. Вот так. Вот, сейчас будем закусывать. Миш, какой ты интересный. Миш. Вот, я приехал. Только что вошел. Вот сейчас мы будем отмечать приезд. Да. Вот это папа и Рита. Да. Тут. Вот наливаем. Вот на столе закуски всякие у нас стоят. Вот. Вот. А вот я сам. Усталый, но довольный. Да. Все хорошо. Все хорошо. Вот так. Вот, сейчас будем закусывать. Миш, какой ты интересный.